Моя дочь забеременела, и все были очень счастливы. Она встала на учет и проходила очень добросовестно все анализы, потому что они хотели этого ребенка, и он был долгожданный. Ну, проходила все анализы, УЗИ, кровь сдавал. Я не думала, что вообще такое может произойти в наше время, в 21 веке. У нее была низкая плацента. Как можно было вообще это не заметить и не взять ее на кесарево сечение? Он сказал, что МРТ не надо Насте делать, уже, ну, типа, все наладилось, плацента на 2 сантиметра поднялась, можно рожать естественным путем. На что моя Настя ответила, что, ну, я вам доверяю, доктор. После этого произошло, что она сама родила в 14-17, и при удалении последа, я так поняла, ну, потянул послед, и где было приращение, началось массивное кровотечение. Умерла, к сожалению, 25 августа 2023 года. Ну, как я считаю, что из-за непрофессиональных, неправильных и халатных действий врача перинатального центра